Уже более 40 лет каждый оренбуржец может сесть за руль. Помехой не могут стать ни нарушение слуха, ни проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И каждый год автошколы для инвалидов выпускает 196 учеников. Это областная целевая программа реабилитации инвалидов на 2011-2015 год. То есть это за счет областного бюджета. Наша организация, она единственная в Приволжском округе. В Саратове имеется организация, но она наполовину бюджетная. У нас полностью за счет областного бюджета. Получить права здесь может практически каждый. Автомобили оборудованы специальной системой, позволяющей управлять транспортным средством исключительно руками. Вы видите автомобиль, который переоборудован под ручное управление. Вот это для лиц, которые имеют ограничения по опорно-двигательному аппарату. На рулевой колонке устройство управления подачей, так сказать, газа дроссельной заслонкой. Вот видите, как она реагирует. То есть заменяет действие, переводит действие с ноги на руку. Вот. Далее рычажный механизм, который используется для выключения сцепления такими действиями. И вперед подача – это управление рабочей тормозной системы. Сложность, естественно, заключается в том, что суммировать вот это все в одну схему руками. Ну, на втором-третьем занятии они уже достаточно ловко управляют. Мне хватило двух занятий, чтобы приспособиться. Здесь потому, что ноги не работают, вот у меня парные протезы, здесь быстро приспосабливаешься, потому что когда ходишь на протезы, основная нагрузка на руки идет. Здесь ничего сложного нет. Сложности при обучении таких людей, конечно, есть, особенно если человек не слышит. Алексей Павлов обучает глухонемого ученика. Общаться приходится жестами. Говорит, что понимать друг друга учились по ходу. Что касается именно обучения, то понятно. То есть направо-налево повернуть или прямо проехать. То есть показывать жестом, прямо ехать или направо-налево. Если, ну, есть необходимость установить ручное управление, они обращаются, естественно, к нам. Имеется сертификат для установки ручного управления, то есть как дополнительное управление на автомобиле.